Всем привет, дорогие мои друзья! Ну что, давайте продолжать с вами и играть в игру Jugment. У нас 106-й день идет. И, как я обещал, сегодня мы должны с вами взять еще один диск найти. Так, ну для начала мы кое-что с вами глянем. О, смотрите-ка. Давайте, конечно, закажем броню. Защита минус 25%. Вот я не понимаю вот этой вот сути. Защита 6 идет, так? И в то же время защита минус 25%. Как это можно понять? Не понимаю. Способность превратить. Кого? Во что превратить? Тоже не ясно. Так, давайте заказывать с вами аптечки. Обязательно аптечки нам нужны. Как я уже говорил, их нужно очень много нам. А вот у нас и оккультная площадка сделалась. Но она сделалась еще в той серии. Правда, мы ее не посмотрели. Проводите оккультные эксперименты в относительной безопасности. Понятно. О, глина здесь у нас появилась. Надо ее, конечно же, поставить на сбор обязательно. Глина нам нужна. Причем мы с вами заказывали еще алюминий, насколько я помню. Но этим делом у нас никто не занимается. Пока лишь. Хорошо. Что у нас по очкам? Давайте глянем, что у нас тут можно в ближайшее время изучить. Строевая подготовка. Ага, 15% скорость путешествий. Это мы с вами обязательно, наверное... Хотя, подожди-ка. 50% естественного восстановления, да? Ракетница. Ферма алоэ. Слушайте, мы пока даже можем с вами вот это вот изучить. Потом сигналы, это ракетницу получим. И уход за ранеными. А потом уже можем сделать тропическое земледелие. У нас пока еще есть, как говорится, чем заняться. А здесь хотелось бы, наверное... Странно. Алоэ вера. И здесь тоже, видите, алоэ вера. Но здесь нужен диск. Проща Серафима. Хотелось бы, наверное, друидскую броню, но я больше чем уверен, что нам потребуется опять какое-то определенное знание. Яд демона. Оккультная мастерская. Кулон интуиции. Ясно. Ух ты, что-то вы лихо как-то у меня здесь быстренько напали на глину. Погодите-ка, мы с вами, по-моему, алмазную шахту можем, да, сделать? Так, это что у нас? Ну, это обычная у нас шахта. Погодите-ка, а что нам нужно для алмазной? Так, это горное дело. Ага, вот что нужно. Тогда мы вначале, наверное, сделаем шахту алмазную, изучим. Да, скорее всего. А потом уже будем на алхимическое оружие с вами копить очки. Да, наверное, мы сделаем так это дело. Так, здесь у нас пока ничего. Вот этот лес, я думаю, наверное, можно вырубить, чтобы не мешался нам. Оу, здесь хорошие залежи. Погоди-ка, хорошие залежи. Они у меня здесь пройти-то смогут? Все, поросло лесом. Давай-ка зачистим. У нас вот здесь вот, если что, залежи лежат. Да и здесь его хватает. Кстати, вот еще глина. Давайте сразу возьмем это дело, выделим, чтобы в дальнейшем у нас не было никаких проблем. А вот могилку-то, кстати, никто до сих пор почему-то и не сделал. Я так и не понял, что нужно для этого. Вроде бы мы читали с вами, да? А, освещенный, требуемый навык нужен. Получается, что ни у кого нету. Поэтому и не могут они это сделать. Жаль, так у меня там Дэвид, если не ошибаюсь. И лежит безымянный где-то в пакете. Ждет своей участи. Так, ну что, очки вроде бы идут. Давайте маленечко с вами ускоримся. Там 1080 нужно. И с вами будем уже развиваться. Но диск в любом случае нам нужно сегодня достать. Кровь из носу. Все, и это у нас добыча алмазов.
соответственно, у нас появляется с вами алмазная шахта. Да ладно, нужен алюминий, нужен композит. Слушайте, как бы нам этого не хотелось, придется все-таки отправлять Мэй. Нет, Мэй очень плохо... Вот, Аннабель же у нас этим делом занимается. Давай, алюминий, ищи, детка. Так, здесь у нас пока все под контролем. Вот это мы изучаем с вами. Удачная находка. При сборе ресурсов. Ну, плюс 10%. Кстати, почему бы и нет? Тоже сделаем. А тут, естественно, ритуал сосредоточения. Все. Как-то так у нас все это дело будет. Металлическая руда. У нас еще, кстати, да, кровавые рубины, вы не забывайте. Их тоже нужно как-то нам добывать, пока не знаю для чего. Но больше чем уверен, что они нам в дальнейшем пригодятся, естественно. Для каких-то, видимо, нужд. Так, оккультных очков уже тоже достаточно, поэтому можно, в принципе, посмотреть. На броню не хватает, на алоэ вера тоже, а в ритуалах у нас вот защитная аура есть. Реликварий. Короче, ребят, нам нужен диск. Ох ты, это что такое у нас? Воодушевление. Я чувствую, что они будут работать быстрее, если мы с вами вот выучим. Каменный круг. Исцелить землю. Ну вот это уже интересно будет. Землю исцелять. Ну что, давайте тогда, наверное. Кто у нас там вообще в нашей команде-то состоит? Юля. Посмотрим, у нее нет ничего. Одевай. Так, кто-то уровень получил. Святое оружие. Скорость атаки плюс 10. И точность тоже плюс 10%. Изучаем. Так, Юля, это все, конечно, хорошо. Стив, ты у меня с имбирем бегаешь. Ладно, этот у него амулет. Тут тоже амулет. Мэй. Скорость движения. Плюс 10%. Хорошо, ладно. Имбирь. И вот сюда мы ставим еще. Кстати, может быть, имбирь все-таки заменить, наверное, нам надо на аптечку. И у Стива также сделаем. Потому что если это наша команда, зондер команда, то, естественно, нам нужны лекарства. Ну что ж, давайте искать, где у нас тут диск. И уже отправимся туда по-быренькому. Так, места. Ой, очень мало уже мест остается. Угу. Хотя вот здесь вот еще прилично. Еще кто-то уровень получил. Я даже не знаю, куда бы нам сходить. Кого бы атаковать. Ладно, пускай они пока бегут у меня, наверное, вот сюда. Вот сюда пускай идут. Там уже разберемся. Стойкость. Это получается у нас способность защита. Дальность 5. Уклонение 25%. И защита 25%. Длительность 30%. Святой человек может экипировать редкую святую броню. Вот. Святой человек, да, по-моему, нужен нам для того, чтобы мы смогли поставить с вами могилку. Сейчас еще разок посмотрим. А, нет, освещенный нужен. Навык освещенный. Ошибочка вышла. Хорошо. И для шахты нам нужен алюминий. Понятно. Ну что, давайте. Где у меня там моя зондеркоманда? Пускай они бегут сюда. На всех парусах, естественно. Нам диск этот нужен, хотя время и терпит, но пускай он лучше у нас будет в руках. Сейчас мы с вами опять будем здесь, наверное, сотню раз перезаписываться, пока хоть найдем какой-то шанс получить его. Так, притормозим, притормозим, говорю, ребята, эй, да притормози ты! Нет, здесь боль... Хотя... Три картонаха, три лича и легион. Не, давайте-ка мы что-нибудь с вами посмотрим немножечко полегче.
А что тут полегче можно найти? Тут три легиона, да? Пока они будут его бомбить, тем более троих, эти будут из-под тишка валить. Но попытаться можно. Давайте рискнем. Ух, как говорится, блин, была не была. Автобой. Ну-ну-ну-ну-ну, давайте, ребят, не подведите, пожалуйста, папочку. Есть. Ух, отлично, ребята, ну вот он и диск у нас. Также алмаз, батарейки, ну, чешуя и всякая ерунда. И титан даже мы с вами нашли. Фух, диск все-таки мы заполучили. Поэтому по-быстренькому сейчас возвращаемся домой. Все, на ближайшее время у нас с вами хватает задачек. 1428 у нас оккультных очков, но почему-то научные очки не идут. Как ни странно почему-то. Потому что у меня слишком много ребят добывают глину. А зачем, спрашивается? Не знаю. Ну-ка, что у нас там по науке? Один. Два. Два только лишь. Мало будет. Давай-ка вот так вот стена поставим. Враги приближаются. Враги приближаются, это очень плохо. Всех выделил? Всех. Ах ты, у меня ребята шли и напоролись на кого? Так, Юля. Отбегай. Ох ты, что ж так... Что ж так жестко-то? В картонах, потому что тут шалит. Как всегда. Ну, расстреляйте, Глебушка, давай. Отлично, молодцы, справились. Слушайте, уже опасно эти стычки-то становятся. Давайте-ка, наверное, под ускорением быренько добежим. Так, у меня там кто-то спать уже хочет. Пускай пока так будет все. Сейчас, естественно, будет нападение. Нам от этого никуда... Так, опять дурной знак. Ну давай попытаемся сделать. Мы пришли в норму и получаем 27 динамит. Ой, демонита, динамита, елки-палки. Уже совсем оговариваться стал. Но пришлось потратить, блин, эти оккультные очки. Да, режим обороны. Давай быстрее. Ну. Я надеюсь, у меня ребята-то эти подоспели уже. Ха, по-моему, нет. Вот это фокус. Вот это финиш, я называю. Ох, вот это попадос, по-моему, сейчас будет. Ай-яй, кто-то умер уже. Все, ребята, придется перезагружаться. Я боюсь, как бы даже не пришлось нам с самого начала даже начинать. Дай-ка мне паузу, я посмотрю хотя бы. Так, Мэй. Мэй не добежит, наверное. Ай-яй-яй. Так, выделяем всех. Выделяем всех. И вот сюда. Не добегут. Ой, как чувствую, не добегут, ребята. Картонахи здесь у нас. Ладно, рискнем. Посмотрим, по крайней мере. Мэй, бедная, бедная Мэй. Рос, Юля. Почему они бегут-то быстрее, чем я? А эти напрямки через лес побежали. Смотри, смотри, кто-то шмаляет. Боюсь, завалят сейчас. Да. Тем более двоих кого-то. Вот так попадос. Вот это да. Называется, блин, подготовьтесь к обороне. Вот тебе и подготовились. Давайте быстрее все сюда идите. Так, ты у меня пойдешь сюда? Георгий, ё-моё! Давай быстрее в этот дом. Может быть, все-таки удастся тебе выжить. Глеб, тоже сматывайся. Давайте с вышек попробуем. Ни шиша не получается, ребята. Полная засада. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй, как фиговенько. Ну а если мы с этой загрузки, это у нас что такое получается? Стычка.
Хорошо, стычку мы эту сейчас с вами выиграем. На, выиграем. Не понял я, что за ересь-то такая? Ха. Стычка, в общем. Так, Стив, давай, сматывайся. Мэй, все, здесь ладно, прошли. Так, а теперь нам нужно как можно быстрее добежать до домика своего, естественно. Ну и как-то надо своих жителей, чтобы они все были уже здесь. Так, вот они. Подожди, лучше мне, наверное, кажется, сделать вот так вот. Да встаньте вы все в одну кучу, ё-моё. Разбрелись. Вот этих ребят мы отправляем вот сюда, а вот эти здесь пускай будут. Так, еще разок. Так, и вот так. А теперь мы с вами должны это все активировать. Вы сюда, а вы сюда. По-моему, так будет. Если мы сейчас проверим. Да, все, пока хорошо. Но это еще команда моя та не пришла, не вернулась. Придется еще для тех как-то делать. А они там у нас где еще? О, как далеко. Успеют они добежать у меня или нет? Вот в чем вопрос. Разведка доложила, понятно, что здесь уже демоны возле нас крутятся. Торговец, по-моему, нет, не успели, кажись. Не успели, обалдеть. Или же все-таки успели? Давай вот так вот сделаем. Бегите все сюда, а вы у меня будете вот здесь стоять. Ё-моё, Георгий-то у меня покоцанный. Все, атака? Атака. Готово. Жесть какая-то. Ну, вы не стойте здесь. Давайте забегайте в этот дом. Стив тоже. Фига там бомбят. Так, отлично. Здесь все пока удачно. Ай-яй-яй-яй-яй, как больно жарят они. Так, Дебора. Дебора вроде стоит. Ну-ка, в домик сядь-ка, и ты тоже. Кто погиб? Блин! Жесть! Хорошо. Ну, вроде бы как неплохой шанс был у нас. Ангелы идут. Ангелы идут. Давайте сюда вот их. Так, Георгий, давай тоже сматывайся. Стив, иди сюда. Макс, ё-моё. Стреляет там, стоит. Так, ну что, ребята, вроде бы пока все у нас под контролем. Под контролем, блин. Если выиграем, это будет чудо. Так, Роман, давай сюда вставай. Ну да, конечно. Эх, легион этот идет. А давайте-ка мы вот так вот сделаем, гранатой. Получи, фашист. Ха-ха, одного накрыли. Кто опять-то дуплился, я не пойму. Сив. Здесь не один раз все это проходить, выбивать, мучиться. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Кто тут идет? Пока суккубы. Так, Гриша, сваливай отсюда, ты у меня слишком ватный. Док. Док не может ни шиша сделать. Она. Пускай вот так вот будет это все дело у нас делаться. Этот суккуб привязался к картонах. Жарит, жарит картонах, а. Давай, давай, Дебора. Умничка. Можно даже попробовать гранату бросить. Так, док, сваливай отсюда, хорош. Дурака валять. Ну. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Дебора, сваливаем.
Убегай, 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 родная. Так, Августа. Один есть. Так, отойди-ка подальше, потому что не дай бог тебя накроет. Все, сбегаем. Хизер. Хизер в рукопашку, ё-моё, по старинке. Да иди ты оттуда. Чтоб, не дай бог, не завалил он тебя. Ох, ребят, вот так вот чудом, как говорится, мы с вами прошли. Ну, а теперь у меня вот такая вот идея, ребята. Вот этих мы с вами выделяем. Ставим с вами на режим планирования обороны. Так, вот это вот сюда бригада у меня пойдет. А они, по-моему, всей кучей. Ладно, хорошо, давайте сделаем всей кучей. Потом уже будем расформировать. Активировать. Идут, идут. Все. Кое-как мы с вами справились. Вышли из этой ситуации нелепой, дурацкой. Так, и что у нас там по алюминию-то? Алюминий все еще до сих пор в разработке. Я вижу, да? Никто им не занимается у нас. По-моему, Дебора, да, должна была этим делом у нас заниматься. Или не Дебора все-таки? Хорошо, смотрим теперь по очкам. Оккультизм. Друиды, понятно. Алоэ вера. Проща Серафима. А по ритуалам у нас там что получается? Ага, вот это вот. Влить кристалл душ. Слушайте, я даже не знаю, что лучше-то и сделать. Хм. Хорошо, пускай у нас эти очки копятся. И, соответственно, наука пускай идет. Что вы, торгаши, хотите мне опять предложить? 1000 единиц опыта для выжившего. Угу. Ну, если мы предположим вот так вот. Ага, фигня полная получается. Но если мы тебе курток надаем кучу целую, плюс луки и... в принципе. Так, у нас еще журнал же есть. Полевая медицина. Все это надо будет сейчас изучить. Так, разборка. Подожди, а где у нас там изучение-то это идет? Честно говоря, уже подзапамятовал. Задачи... Ага, вот, использовать. 1000 очков... Ой, 100 очков исследований. Хорошо, изучаем. Еще. Так, выберите выжившего. Ну, кого бы нам с вами взять-то, я даже не знаю. Пускай это будет док. Ага, хорошо. Это сброс навыков, а это полевая медицина. Пускай будет тоже у дока. Ну что, как-то так, сейчас он у нас еще получит уровень. Ха, уже получил по ходу дела, да, док? Нет, Глеб. Так, Глебушка, автоматическое оружие давай-ка мы будем с тобой изучать. Так, сила духа, это хорошо. Блин, тут все поросло у нас деревьями. Это не айс. И вот здесь вот мы хотели с вами вырубить. Потому что мешается. Все. Алюминий-то кто-нибудь? Нет, никто. Абсолютно никто не делает. Так, что нужно сделать для того, чтобы они изучали вот это вот? К какому оно относится? К исследованию или... Что мне нужно ставить в приоритетах? Вот что меня интересует. Ритуалы. Так, научные исследования. Это очки, все это понятно. Предпочитает священник, инженер. Строительство. Инженер-разведчик. Предпочитает он копать, копать. Искать металлический лом и лекарства. Патруль постов. Хм, странно, я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы выучить. Давай это будет, например, у нас Стэн.
Так, погоди-ка, вот. Месторождение алюминия. Стэн, давай. Слушайте, я не могу почему-то поставить. Странно. Почему так происходит? Раньше можно было, а сейчас нет. Кто из вас? Сив, ты куда идешь? Производство лома? Я же вроде бы от него отказывался в те разы от этого лома. Он уже достал, на самом деле. Не нужен нам. Давай, один-один. Все. Вот так вот. Достал он уже со своим ломом. Какой 1-1? Мы даже сделаем с вами не 1-1, а вообще 0. 0, да, пускай будет, чтобы вообще они его не делали никогда. Ух, так, хорошо. Очков, очков нужно много, очень. А, Аннабель у меня занималась, я вспомнил. Ну, сейчас она делает у нас ритуал. Так, завершила, да? Аннабель, а ты будешь у меня... Да что ж такое, я не могу никак направить. Странно как-то это все. Очень странно. Что-то здесь не то происходит. Странно очень. Почему-то никто, может быть, это надо все-таки нам... Приоритет сделать. Нет, если мы так с вами сделаем, он пойдет у нас, скорее всего. Я имею в виду, если мы вагонетку выберем вот эту вот. А это пойдет он у нас добывать. Минералы, металл, в общем. Кто-то опять уровень. Вот это уже, наверное, нет. Сив. Почему док у меня не просвечивается, а? Ну вот, Сив пошел добывать железную руду. Не надо здесь вот это вот. Конечно, очень интересно. А почему это Арманд? Нет задач? Так, я что-то не понял. Ребят, как-то Арманд и Рональд. У вас нет задач. Рональд. Копать тебе якобы нечего, да? Хорошо. Тогда строительство. Иди строй что-нибудь. Строй что-нибудь. Так, это у нас был Рональд. А где у нас Арманд? Ну давай, давай, где? Вот он, Арманд. Так, Арманд у нас займется... Да пускай производством занимается. И... Ребят, вы что, уснули, что ли? Слушайте, по-моему, что-то... Режим планирования обороны? Какое, блин, планирование обороны? Нет задач. Так, погоди-ка секунду. Аннабель. Вот оно в чем дело. Ребята, у меня, оказывается, был режим планирования обороны. Офигеть. Поэтому никто никуда и не шел. Док. Механическое оружие. Ну, давай, наверное, тебе сделаем механическое оружие. Пускай будет. Аннабель, давай алюминий, потому что мне нужен композит. Ох, как ты долго. Как у тебя это все долго идет. Еще кто-то уровень получил. Святое оружие. Редкое оккультное... Так, лечение травм. Не, давайте вот это вот изучим с вами. О, вы посмотрите, как долго ищут алюминий. Так, а у нас есть пока время. Давайте мы с вами расставим. Так, вот эта вот корзина, она здесь тебе не нужна. Будешь у меня с имбирем бегать. Так, вот это вот
пожалуй, заменим. С биноклями они тут бегают у меня. Прохлаждаются. Запрос о помощи. Идите вы знаете куда. Так, Том. Подождите, где у меня Гриша? Григорий. Георгий, точнее. Георгий, давай-ка мы, наверное, поставим тебе вот эту броню. Стоит, нет? Защита 7, защита 6. Здоровье 130. Уклонение 40. Она получше будет. Но защита 25%. Странно, конечно, как-то это все немного. Так, ладно, ищем дальше. Кого у нас? Я помню... А, Хизер вообще у меня без всего. Пускай хотя бы так будет. Броник и... имбирь. Сив. Ну, давай тебе дадим аптечку. Арманд. Ничего не могу. Августа. Слушайте, нужно делать... Так, это что у нас? Меч. Парацельс еще до сих пор у нас. Это древний меч. Дробовик есть. Броники. Так, минералы нужны. А это что у нас такое? Элементальная бомба. Скорость атаки 25, уклонение 25. Эфир нужен для нее. Эфир мне и так нужен для других целей. Ну вот пушка Гаусса мне понравилась. Я вот думаю, может быть, еще две взять, лазером таким шпарит. Довольно крутая штука. Так, давайте, нам осталось тут... А что нам осталось? Все у нас, по-моему, под контролем. 2000 очков нужно, да? Так, кристалл душ. Да, 2160. Не сказать, что немножко осталось, но около того. Так, а с водой почему проблемы? Давай, Георгий. Добывай водичку. Требуется помощь. Так, хорошо. Я долго думал, что бы мне сделать. Так, ближний бой. Ритуалы. Святость. Может построить освященный. Вот это вот нам надо изучать, ребята. О, Августы, оккультист. Ну, а теперь побежали на карту тогда... Ой, на карту. Спасать нашего еще одного выжившего. Ох, сейчас будет заваруха. Расстроены они. Я тоже расстроен, когда вы меня одним металлом пичкаете, не нужно мне. Уводим. Я думал, что если я своих ребят буду водить, этот... Ангел будет преследовать именно его. Нет, он переключается на ближайшую цель. Соответственно, для этого нужно выставлять всегда самого сильного персонажа, который мог бы... Макс, ну ты не сильный персонаж, это однозначно. Почему такие мощные легионеры эти, а? Уж очень мощные, я вам скажу. Что для этого нужно? Может быть, они... В ближнем бою, как бы, сынки. Так, падший ангел, давай. Падай уже. Кто тут сбоку-то еще подкрадывается? Ага, Карнатах. Готов. Так, теперь он еще здесь. Со всех щелей лезут. Так, Георгий, подхиливайся. У меня здесь еще две аптечки. Так, давай мы... Вот... Уже хорошо. Ну что же, остается только найти выжившего. И он явно не здесь. Значит, вот тут где-то ныкается. Ха! И не тут. Неужели здесь? Ладно, сейчас посмотрим, ребят, где он у нас тут может ныкаться. Ну да, так получается, что он вот здесь, ребят. Слушайте, ну сейчас мы эту львиную долю врагов завалили с вами.
Не понял, это что за прикол? Где все? Как-то очень странно. Вот остается только одно местечко. Вот это и все, больше... Ага, вот его куда поставили. Ладно. Давайте займем вот так вот оборону. И Григорий, как всегда, у нас пойдет заниматься раскопками. Так, Юля, если что, у меня сразу бросит. И бросит она вот на этого Плешая. Да-да-да. Только так с ними, по-другому никак. Надо их ослабевать. Ага, понятно. Давай-ка мы навестим этого олуха. Их тут два. Юля, что-то они все равно неровно тебе дышат. Ну, давай-ка благословение сделаем себе. Достал уже, а в самом деле. Ну, наказали. И все равно еще волна идет, ребят. Еще где-то волна идет. Кто? Ё-каламане. Сколько их там, а? Глеб. Глеб, сматывайся. Ах, как тут чертовски жестко. Мэй, отойди, 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 пожалуйста. Не хочу, чтобы тебя задели. Вот они стоят тут. Так, подлечил, молодец. У кого еще есть лекарства? Вот. Давай Глеба подхили. Ой, подожди, Макс. Надо было тебе самому хилиться. Ну-ка, бомбани по этому ангелу, Максимка. Да откуда тут серберы-то? Да ладно, блин. Да ну, ребят, ну это жесть. Это жесть какая-то. Они прут и прут, прут и прут со всех сторон. Ё-моё, я офигею с этого. С этого выжившего. Так все было хорошо. Я думал, что вот-вот и победа за нами, и выжившего спасем. Ага, спасли. Да, блин, как же мне это все тяжелее и тяжелее становится, ребят. С каждым разом, как что-то новенькое мы получаем, начинается какая-то заваруха обязательно. Ух, сложно. Так, ладно, воду пошли добывать у меня, ребята. Я смотрю, Георгий, Глеб. Алюминий все еще до сих пор ищут, никак не могут найти, блин. Так, Аннабель, давай, возвращайся. Ищи, ищи обязательно алюминий, потому что композит нам нужен. Так, здесь-то что у нас? Очки, все это идет. Хорошо, все по плану. Так, надо нам, наверное, сделать с вами ритуальчик. Вот этот, сосредоточение. Ну и также, естественно, на еду. Торговцы меня сейчас в данный момент как бы не интересуют. С точков исследования, да? Забираем. Огнемет. Огнемет. 6400 стоит. Спасибо большое. Так, и, наверное, не хватит, да, у нас? Нет, боюсь, не хватит. Сторгуемся, короче. Так, что у нас там на складе? Использовать. С точков исследования. Оп. Хорошо. Так, ну что, оккультных очков уже скоро будет 2000. Я офигею, как же вы долго у меня будете этот алюминий находить, а? 110 дней мы уже с вами выживаем в этом суровом мире. А он действительно суровый, вы в этом сами убедились. Особенно когда мы идем
поспасать кого-нибудь там и еще что-нибудь в этом роде. Поспасать, вот тебе. Ага, смотрите-ка, глина есть. Глина есть. Все, да? Аннабель, подожди, 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 родная, подожди. Куда ты у меня убежала? Так, Аннабель. Давай еще разочек мы с тобой попробуем найти алюминий. Ну, а теперь главное мне его найти. Вот он, по ходу дела, да, это алюминий? Нет, это алмазы. А где же вы нашли алюминий? Ха-ха. Как он хотя бы выглядит-то? Странно. Я вижу только лишь металлическую руду. Так, ну я вижу глину, кровавые алмазы. Тоже алмазы обычные. Слушайте, очень странно. А где же мы тогда алюминий-то с вами будем находить? Вот он. Точно, ребята, вот алюминий. И он добывается как обычный камень? Так, ну-ка давайте-ка проверим. Походу дела здесь нужно делать шахту. Сейчас проверим. Проверили. Теперь лом нужен. Ух, ну давайте лома закажем, блин. Сколько тут? Ну давай 200, 300, пускай 300 сделают. Причем лом вообще никаких ресурсов не требует. Абсолютно. Так, будет кто-нибудь его изготавливать? Сейчас мы посмотрим. Не буду я никакую помощь никому делать. Тут у нас готовка. Лом. Ну, лом прибавляется. Прибавляется. Потихонечку почему-то вообще еле-еле. Неужели он так долго делается? Так, стопе. Оккультных очков у нас уже достаточно. Давайте посмотрим с вами. Алоэ вера. Я думаю, что, наверное, вот это все-таки. Давайте сделаем. Проща Серафима. Что это за такая штука? Должна же... А, вот она. Так, нужна алоэ вера и кварц. Приплыли. Урон 32. Так, получаемый урон плюс 15%, скорость движения плюс 15%. Ха-ха. При ударе горит враг. Надеюсь. Не мы. Ладушки. Давай, наверное, сделаем 140. Но тут уклонение, скорость движения 50%, минус, естественно. Так, уклонение 35. Давай вот эту, наверное, с вами закажем, одну броньку. Ну и, конечно же, аптечек. Как же без них-то? Ну что, лом. Лом все у нас... Ох, вы посмотрите, у нас алюминий прямо под ногами валяется. Хизер. Под ногами он валяется, это понятно. А как же нам его здесь... Добыча алюминия. Ах, вот оно как. Хорошо, давайте тогда сделаем с вами вот так. Не нужна никакая шахта, по ходу дела, ребят. Вот так вот просто выставляем. И все. Единственное, что нужно будет в приоритетах с вами поставить... Естественно, на добычу, на копание. Копать камни и глину. Погоди, копать камни и глину. А алюминий не входит в этот разряд? Входит, все нормально, все. Пошел процесс. Аннабель, ты у меня учишь там? Учишь, молодец. Красава, неужели мы сейчас с вами доберемся до композита? В коем-то веке. Так, водичка идет, все это идет. Кстати, у нас уже научных очков достаточно хорошо идет. Прибавочка 1810.
Сейчас, подождите, сейчас все будет у нас. Сейчас только разобьемся капельку, и я этих картонахов и... Приближаются, атака неизбежна. Готовьтесь. Готовимся. Выделяем. Дальше делаем вот так, активировать. Все идут. Мне главное, чтобы шли все на свои посты. Да, идут все, по-моему. Хорошо, ускоряемся. Погоди-ка, все. Все, да не все. И, знаешь, такое ощущение, что им по барабану. Все, что я им тут команды даю. Так, вот. Значит, так делаем, ребят. Вот эту вот команду мы отправляем вот сюда. А эти пускай здесь. Должно быть у нас две бригады. Чтобы мы с вами потом не путались. Ну, естественно, когда мы добываем с вами выжившего очередного, у нас все, естественно, тут будет перепутано. Куда вы все разошлись-то, а? Как мне сделать один отряд, второй отряд? Разделить их никак, по ходу дела. Жесть. Все опять разбрелись, ладно. Так, уровень кто-то заработал. Стрельба. О, может экипировать снайперские винтовки. Дальность 100%, нифига. Хорошо. Снайпер нам, я думаю, пригодится в компашке. Так, ну что, активируем. Активировать. Пускай лучше они возле базы трутся. Да, все, хорошо. Быстрее, 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 ребята. Вот, вот что нужно было. Нападение. Ну, теперь-то я уже готов. Готов ведь? Кто там что стреляет, я не могу понять. Так, погоди, 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 Аннушка. Сможешь убежать? Хотелось бы, конечно. А ну-ка, Рональд, прикрой-ка ее. Черта с два. Не успели маленько. Блин, это Анна, как всегда, где-то там вдалеке в самом стояла. Естественно, она не успела сюда прибежать. Да, все готово. Так, Анна, давай. Беги. Так, и вы тоже, ребята, вот сюда. Такое ощущение, что придется нам, наверное, скоро еще один домик ставить. Уже не помещаются. Так, Рональд. Встаем здесь. Анна. Анна, тебе место есть? Есть вроде бы. Если что, будем подхиливать с вами Тома. Я сказал, Тома будем хилять. Да куда вы все выбежали-то, я не понимаю. Том. В кого? Кто? Я не пойму. Чё вы стоите-то, не стреляете в этого призрака? В чем проблема-то? Все. Не надо было тут выделываться, выеживаться. Так, а эти ребята у меня прикроют. Давай, 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 Том, сматывайся. Черт тебя подери, лучше бы я его не трогал, а. Ох, лучше бы я его не трогал, а. Все бы осталось бы нормально. Надо было мне его вывести. Это как по закону подлости. Специально надо хоть одного, но задеть. Давайте, бегите сюда. Должны успеть, по идее. Так, Рос, сюда пойдешь, Макс, пойдешь вот сюда. Так, Анна у меня пока, блин, постоит здесь. От греха подальше. Одного минус, картонаха. Хе-хе. Минус два. Так, Роса, Роса стреляют. Рос, выходим. Так, вроде бы пока хорошо идет.
Давайте этих теперь. Макс, по-моему, пора тебе выбегать. Активируй свою снайперскую стрельбу. Такое ощущение, что он косит просто-напросто. Ну, призрака-то добьем или нет? Фу. Погоди, кто там? Не-не-не-не-не-не-не, только не пани. Ой, Макс! Давай, сматывайся. Выходим, ребята. У нас тут чувачок появился. Лишний. Ух, сами прекрасно видели, как мы тут еле справились, опять же. Блин, жалко, нельзя вот этот дом увеличить. Слишком маленький он уже. Так, Анна, у тебя что, нет задач? Почему у тебя нет задач? Давайте посмотрим приоритеты. Анна. Здравствуйте, приехали. Вы что, хотите сказать, что весь алюминий у меня тут собрали? Ага, нет задач. Вот, правильно, пошла копать алюминий. Молодец, умница. Так, значит, нам нужен будет лом, алюминий и композит. А композит, я ведь так думаю, что все-таки переплавляется, да? Ну-ка. Смола нужна. Знаете, что самое интересное? Смола дается где-то с самого начала игры практически. А у меня ведь ее нет до сих пор. Почему, спрашивается? Ну ведь не портное же дело. Для этого нужно. Глупость, конечно. Уход за ранеными. Так, строевая подготовка. Сигналы. Так, строевую подготовку, наверное, мы с вами изучим, да? Хотя... Алоэ вера тоже нам нужна. Ну что, ребята, мы, наверное, с вами отправляемся еще за одним диском. Как вы думаете? Все целенькие, здоровенькие? Да. Поэтому нам нужен еще один диск. Естественно, мы его находим здесь и отправляемся туда. Так, здесь в ближайших местах его нету. Вот тут вот. Поэтому побежали тогда. Рост, конечно. Оу, нет, пока не пойдем. Не все, оказывается, у меня здоровые. Механическое оружие. Давай. Слушайте, а кстати, по оружию-то, да. У нас же это, подожди, производство. Скорость добычи 10%. Алхимическое оружие, ага. О, алмазный резак. А тут уже нужно два диска. Слушайте, есть, наверное, смысл алхимическое оружие изучить. Или же все-таки оружие. Набор исследователей. Две штуки нужно. Улучшенные пистолеты, мечи, снайперская винтовка. Заманчиво-то как. Хорошо, давайте тогда пойдем с вами за набором исследователя. Это намного проще и безопаснее. К тому же, да, я думаю, справимся. Погнали сюда тогда. Была, как говорится, не была. Что-то далековато все как-то. Поближе это нету? Нету, получается. Слушайте, ну должны справиться, да, хотя бы они у меня. Запрос о помощи. Конечно, ага. Запрос о помощи. Время ограничено. У меня тут своих проблем хватает. Выше крыши. Фух. Так, у нас автосейв. Сами прекрасно понимаете, сейчас. Ну, автобой. Надеюсь, прокатит. Да ладно. Отлично. Сколько получаем? Только лишь одну. А нам нужна еще одна. Так, здесь у нас кто? В принципе, нормуль. Должны справиться. Тут у нас суккубы. Не такие уж, в принципе, и сильные-то чувачки. Ну зато их тут много. Ладно, попытка не пытка. Нет. Нет, ребята, не потянули. Я даже знаю, из-за кого.
Естественно, из-за легиона. Он там встает, как всегда. Эти пока будут его бить, дальники расстреливают. Так, хорошо, раз мы там с вами не справились, давайте попробуем повыше немножко взять. Так, подожди, где моя команда? Вот. Где у нас вот так? Вот этих глянем. Ха, нет. Тоже как-то не айс. Да ё-моё, что ж... Вот этих, может быть, попробовать. Давайте попробуем. Должно же получиться-то, ёлки-палки. Автобой, поехали. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Здоровье, здоровье, здоровье. Все, приплыли. Называется. Слушайте, ребят, я, наверное, все-таки в следующих сериях буду вырезать вот эти вот неудачные бои. Вы уж мне напишите, блин, в комментариях, стоит так делать или нет. Потому что вот это вот переигрывание по 10-20 раз одного и того же, думаю, не айс. Вам на это все смотреть. Так, хорошо. Что ничего хорошего. Давайте глянем тогда вот здесь. Ну вот тут-то, вот что вот, спрашивается. Неужели вот здесь вот не справимся, а? Ведь должны же. Ну смотрите, да? Три лича обязаны просто победить. Нет. Нет, ребята. Ничего не получается. Я офигею, раньше я эти штуки собирал за милую душу. Сейчас не могу вообще их одолеть. Как-то неувязочка какая-то получается. Ну, давайте тогда посмотрим в другом, может быть, месте. Блин. Как же обидно, досадно-то, а? Здесь что? Пять картонахов, два лича. А мы пробовали, ребят. Да иди ты с своим запросом о помощи. Не до тебя сейчас, если честно. Хотя у нас вот здесь еще есть места. Вот, я думаю, что вот здесь вот должны справиться. Два легиона, три картонаха. Стычка? Да ладно, стычка тут еще. Как, блин, вовремя-то? Они мне нужны были здоровыми, и теперь они будут у меня покоцанными. Да. Достоялись, додумались. Ладно, пускай бегут. Бегут вот сюда, я думаю. А мы пока глянем. Дурной знак и... Что ты там хочешь? 24 демонита. Понятно. Да. Кого взять-то? Пять легионов, ё-моё. Так, стоп, давайте-ка подумаем хорошенько. Кого можно здесь атаковать? А? О, кажется, нашел. Да, ребят, вот думаю, что вот этих должны одолеть. Попробуем. Была, как говорится, не была. Ух. Их здесь не так уж и много. Ну да, два падших ангела, но тем не менее должны справиться. Фух, я вам об этом и говорил. Отлично. Даже два. Два нашли набора исследователя. Отличненько. Теперь бежим домой. Довольный собой. Смола. Смола нам тоже нужна будет, ребят. Опять же для этого, для композита. Чтобы делать его. Как раз у нас научных очков уже. Ух, 2000 с лишним. А там, помните, мы смотрели с вами. 3004 нужно. Сколько же мы будем копить? Очень много. И очень долго. Ну давайте, давайте, давайте. Ребят, тут уже недолго осталось. Все. Так, срочно в изучение. Так, мы хотели в оружие, да, по-моему?
Ага. Снайперская винтовка. Катана. Пустынный орел. Ерихон. Рельсотрон. Штурмовая винтовка. Хо-хоу. Так, ладно, а что у нас пока здесь? Понятно, здесь пока ничего. Разгон разума. 4320 очков нужно. Всего лишь-то. Какие пустяки, да? Кристалл души. Ну, здесь нужен диск с исследованиями. Так, по производству. Так, механическое оружие давай изучать. Только сбили меня. Слушайте, может быть, алмазный резак изучить? Или все-таки алхимическое оружие, а? Заманчиво-то как все, а? Давайте резак изучим. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь. Нужен композит. Ну, естественно. Так, дальность 12. Слушайте, а довольно далеко. У дробовика вообще дальность 3. Дальность 6. Дальность 5. То есть вообще офигенно получается. Может быть, мы даже сможем с вами убивать вот этих вот падших ангелов. Дальность обзора плюс 2, скорость движения минус 20%, уклонение минус 20%. Но, тем не менее, композит. Значит, нужен нам композит. Хорошо. Смола. Отправляемся, ребята, за смолой. Где она у нас тут? Ну, она недалеко должна быть, ребята. Ее здесь просто море. Сейчас будем здесь вот все с вами обыскивать. Побежали. Враги здесь легкие, так что справимся. Все очки слил, обалдеть. За какие-то там пару секунд, за пару боев. Сколько дадут смолы? 16. Отлично. Давай дальше вот здесь вот. Тут еще и рядышком есть. Да-да-да, все на автобой. Даже нечего тут думать. О, 36. Смола, кстати, очень даже хорошо добывается, как вы видите. Если вот это вот все зачистить, я думаю, вполне нам хватит на композит. На пару десятков слитков. 20 дали. Стрелы эти никчемные еще дают. Я уже, честно говоря, и забыл, когда я ими пользовался. Причем здесь вот нет оружия дальнего боя. Для чего пишется? Это, видимо, для того, чтобы мы не смогли с вами на вышку залезть. Ну, что здесь? 15. Маловато. Хорошо, давайте дальше здесь прошуршим. Пасеку, так скажем, разворошим. Ну... Сколько? Давай быстрее как-нибудь все это. 13, что-то мало как-то стали давать. Давай-ка вот здесь еще заценим. Автобой, естественно, автобой. Так, и 24. Слушайте, ребят, ну я думаю, что нам этого хватит. Там сколько нам нужно композита? Дофига или нет? Я, честно говоря, не помню даже. Сейчас приценимся. Вот у нас здесь дом родной. Давайте бежите. Все равно здесь недалеко совсем. Только хруст стоит за щеками. Обжор вы этакие. Все, прибежали, молодцы. Уровень получили, тоже молодцы. Кто такой? Святое оружие. Оккультист. Лечение травм. Редкое оккультное оружие. Давай, конечно, так сделаем. Угу. Ну что? Нам нужен с вами композит. Так, так. Сколько нужно? Оу, минералов очень мало у нас. Минералов очень мало. Эврика. О, 600.
Науки получил чувачок. Молодец. Одобрямс. Других слов нету. Так, где у нас... Здесь нужно композит. В принципе, сейчас мы с вами, наверное, пару винтовочек сделаем. А зачем нам парочку? У меня, по-моему, только один снайпер есть. А что для резака? Титан, стекло, алмаз. Тут нужен кварц. Жесть какая-то. Где это все буду им добывать? Нет, конечно, можно пойти и найти. Карьер. Карьеры у меня уже давно заброшены, и никто даже ими почему-то не занимается. А если мы, например, вот сюда вот поставим, мы, наверное, не сможем все-таки добывать, да? Кстати, да, вот здесь у нас еще алмазная шахта. Так, алмазная шахта. Нужно лома 200. Ну-ка, если мы ускоримся. Лом как-то очень медленно у нас добывается. Торговцы прибыли. Торговцы прибыли, это хорошо. Но мне нужно посмотреть, что у меня с ломом. Почему так идет? Кисло все делает, а? Мастерской. Он производится в мастерской. Так, плазма. 100 очков оккульта. Возьмем. Нитроцеллюлоза, блин. Так, эссенция ада. Доспехи душ. Управляемая снайперка? Это что такое? Управляемая снайперка? Это что, такие броники будут? Я вроде бы у себя таких и не видел даже, что я могу их сделать потом. Вот алоэ вера у нас. Это фосфор. Титан. Паяльная лампа. При ударе горит. Это ближний бой. Нифига, я представляю, да? С паяльной лампой на демонов побежит. Ледяная граната. Конечно, из всего этого я бы хотел вот эту вот. Управляемая снайперка. Но мне ее, как говорится, не дано носить. Хорошо, ладно. Так, давайте-ка вот это вот изучим пока. И хотел я... Да. Вот так вот сделаем. Что у нас здесь такое? В мастерской почему-то никто не работает. Юля, ты куда у меня идешь? Салатики готовить. Фух. Так, оккультизм. Опять мы возвращаемся к оккульту. И привязка душ. Разгон разума. Ритуалы. Так, нужен будет диск. Давайте тогда мы пока защитную ауру с вами сделаем. Чтобы время зря не терять. Так, это что такое получается? Ваша база окружает аура, отбрасывающая демонические орды назад. Сила их атак уменьшается. Вот оно даже как. Нужна святая вода. Понятно. Ну что, лом, это все понятно. Композит-то делается или нет? Ничего пока не делается. А знаете, почему не делается, ребят? Потому что опять я забываю про приоритеты. Так, тут у нас только двое, да, по ходу дела? Давай вот так вот сделаем. А здесь выключим. Хотя нифига, тут довольно много у нас ребят этим занимается делом. Так, ну-ка. Будет какое-нибудь изменение? Кстати, мы насчет дерева-то с вами не забываем. Нам нужен лес. Сколько его у нас? Так, бревна, понятно. Так, еще немножко композита и сделаем с вами еще... Не еще одну, а вообще самую первую снайперку. Ну,
9. Видимо, композит делается не так быстро. 10, 11. Давай. Ну а тут нужен титан и алмаз, и стекло, чтобы я смог сделать себе алмазный резак. Хорошо. Также нам нужно что, ребят? Мы хотели с вами поставить вот эту вот шахту. Нужен лом и композит. Хорошо, как раз, наверное, успеет собрать и лом, и композит. Надо только подождать маленько. Супер турбо ускорение нам в помощь. И мы сможем добывать алмазы. Ну давайте, давайте, ребят. Я думаю, даже композит, наверное, быстрее сделается, чем лом добудется. Хотя нет, не факт. Что там с композитом-то так кисло идет? Все, что ли, закончился? Где-то у нас здесь. Давай вот так. Ой, по-моему, не хватит, ребят. Минералов не хватает. Черт. Минералов не хватает. Ладно, ребят. В следующий раз пойдем, наверное, на карту с вами и добудем эти минералы. Ну, а на этом, пожалуй, я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вы не сильно утомились. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до скорых новых видосиков.